проектом Helium. О нем узнал буквально недавно. Узнал и раньше, но сейчас ребята сделали ход конем, так скажем. Поменяли стратегию. И это меня зацепило и решил поделиться и с другими данной возможности. О чем мы говорим? Сегодня мы поговорим об этой монете, как ее проверить, насколько она хорошая, нехорошая, то, что делает компания и где это можно там продавать, и то, что какие были мои действия для того, чтобы с этим проектом. Первое, так как проект связан с криптовалютой, сразу хочу сказать вам, чтобы вы не пугались таких слов, как блокчейн, криптовалюта и умный дом. Это все используется в этом проекте, но мы об этом не поговорим. Мы поговорим простыми словами, так чтобы люди понимали быстренько для любого человека. И дальше при каком-то ответе те, которые захотят, то есть они получат инструкции, там буквально по шагам показывается, где там надо нажимать и без проблем все это включать. Никаких навыков программирования не нужно. Итак, о проекте. То есть проект называется Helium. Мы сразу смотрим на CoinMarketCap. Здесь все монеты, которые более живые, прошли верификацию CoinMarketCap, они здесь листятся. Но это не является результатом успешного проекта. Итак, смотрим дальше. Первое, что здесь у нас заполнено. Здесь это можно посмотреть, сами просмотреть. Вижу, что максимальное количество, есть лимитированное количество монет, это уже есть хорошо. Сколько уже выпущено. И забегая наперед, здесь ребята используют каждые 6 месяцев халвинг, то есть усложняется количество монет. То есть те, которые пришли в начале, получают намного больше, чем те, которые пришли в конец. Записываю это видео сейчас в августе. И почему в августе? Потому что с 1 августа ребята, если до сих пор продавали свои устройства, те, которые получают эти монеты, через которые можно получить эти монеты, продавали за деньги, большие деньги. То есть с 1 августа они решили это сделать бесплатно, так как сошел один инвестор, и с каждого устройства он берет часть монет себе. Поэтому он проинвестировал деньги, а те, которые не имеют деньги, ребята могут использовать это устройство, подключать и получают и они монеты, и инвестор монеты, и так дальше. Об этом мы поговорим потом. Если кому-то это будет интересно, более детально уже будет в другом видео. Все-таки по монете. Давайте посмотрим, потому что монет много, но какие из них хорошие и как я их анализирую на основе своего опыта. Я захожу в CoinMarketCap, смотрю, монета уже с июля, 20 июля уже на рынке. Смотрим, что хороший курс, но этот курс я уже знаю, как он рисуется, поэтому это не является показателем успешного проекта. Смотрим дальше, где они залистились. Залистились они на... Видим, здесь Binance есть, есть разные пары, это уже есть уже хорошо, то есть это уже есть показатель. А также есть и другие биржи, есть GTO, FTX и другие, это уже является показателем. Но это тоже еще небольшой показатель. Показатель для меня является уже заполнение стакана, который люди готовы покупать. То есть покупатель, есть ли покупатель на эту монету, потому что имеет купить эту монету, все быстренько ее продают. А когда мы хотим продавать, либо нету покупателя, либо цена маленькая. И что мы тут видим? Мы видим здесь стакан на продажу. Это нам не интересно, так как я не агитирую вообще покупать эту монету, а я вам скажу, как ее можно там бесплатно получать и ее просто продавать. И так как мы хотим ее постоянно продавать, тогда нам интересно, есть ли покупатель. Итак, смотрим стакан. Мы здесь считаем, мы видим здесь табличку, где сколько итого, на какую сумму заполнен стакан, какую сумму. И мы до конца смотрим. То есть здесь покупают вплоть до 6 долларов показывается. И мы видим, что мы 7 долларов, да. И здесь мы видим, что 166 долларов заполняется на покупку. Это является хорошо, но так как эта монета торгуется не только в паре с BUSD, а еще есть в паре с USDT. То есть смотрим и стакан на USDT. И мы здесь видим, что тоже есть заполняемость на сумму 250, 260,
264, и цена до 13. То есть здесь есть ликвидность на покупку на 13, на 250, 260 чем-то тысяч долларов. И в паре с биткоином тоже у нас есть, получается, что это действие на сегодняшний день, мы смотрим, насколько люди там готовы ее купить. 3 с чем-то, 3 биткоина. Биткоин у нас 45 тысяч. Умножить на 3, это тоже 120 с чем-то тысяч. То есть где-то только на Binance в этих трех стаканах есть 500 тысяч долларов на покупку, что является хорошим результатом. И тем не менее, вы спросите меня, как ее можно получить для того, чтобы просто ее постоянно продавать. Что же использует компания? Компания делает большую сеть для того, чтобы помогать устройствам умным домом подключаться. О продукте больше вы сможете узнать дальше. Цель этого видео — показать некоторые моменты, которые мне понравились, и я решил рассказать и другим своим друзьям. Поэтому вы слушаете это видео. Итак, что же делать? Это устройство, которое раздает сигнал на определенную территорию. Самое главное, что вот за то, что установлено это устройство, вы можете получить монеты. Мы видим, что здесь получено 22 монеты. Здесь, например, тоже 21 монету, 37 монет. И здесь есть определенный алгоритм. Вот мы видим здесь за 3 месяца 80 монет. То есть это информация в свободном доступе. За это я и люблю и блокчейн, потому что можно проверить сразу, что где есть, и это нельзя поменять. Будапешт, классный город. Давайте посмотрим тут. 54, 89 монет. 89 монет, 2 месяца 89 монет. И учитывая, что курс это где-то там больше 10 долларов, вот это получается 2 месяца, даже умножая на курс просто 10 долларов, вдруг если он чуть-чуть упадет, это будет уже где-то 900 долларов. 900 долларов за 2 месяца — это 450 долларов в месяц. Это за счет того, что сейчас можно после заказать устройство. Устройство бесплатное. Если вас заинтересовало вот такое предложение, тогда могу скинуть инструкцию для того, чтобы вы зарегистрировались и получали эту монету. Почему я быстренько зарегистрировался? Так как места ограничены, и вот одно устройство уже захватывает почти там, ну, часть, несколько домов. Не квартал, а чуть-чуть меньше, и другое устройство здесь уже не сможет подключиться, и вот эти места уже заняты. То есть следующее место может быть уже только здесь, 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 здесь. Те люди, которые зарегистрируются сейчас, есть возможность бесплатно зарегистрироваться, есть возможность бесплатно заказать этот аппарат, его надо будет подключить. То есть получается, риск в этом проекте является только то, что этот аппарат будет работать где-то месяц у вас, и вы увидите, там начисляются эти монеты, а может и быстрее увидите, начисляется эта монета или не начисляется монета. Аппарат употребляет 5 ватт, это как лампочка одна маленькая, обычно там в квартире лампочка на 25-30 ватт, то есть эту энергию употребляет очень мало, и интернета очень мало. Больше о этом продукте можно узнать в другом видео. Если это уже вам интересно, вы можете там попробовать. Что я сделал? Я узнал, я поинтересовался, посмотрел вот эти показатели, которые поделился в этом видео. Я зарегистрировался. Для того, чтобы регистрироваться, нужна ссылка, чтобы была связь. Если, например, вы можете майнить, но если вы рассказали другим, например, то есть вы тоже получаете, можете получать. Не можете, а будете получать определенные монеты. Хотите вы, не хотите, будете получать тоже дополнительные моменты. Это есть мой интерес. Вы заказываете, получаете монеты. Ну, у меня тоже будут пара монет. Этот алгоритм использует многие криптомонеты, но не у всех есть такая ликвидность и такой интересный продукт, который вот помогает по всему миру как бы быстренько распространять сеть. Я уже заказал продукт, жду. Поделюсь другими результатами. Спасибо за просмотр.